Друзья, вы меня просите о нереальном, просто снимать 10-минутные ролики на серьезные темы. Это просто невозможно, потому что тема слишком большая, и она требует погружения, она требует времени для того, чтобы раскрыть себя. Вот. Но я сегодня хочу поговорить на тему, почему мы бедные, почему люди бедные. Мы люди, неважно. Мы бедные. Почему мы бедные? И могут ли бедные стать богатыми? Сразу скажу, что могут. Бедные могут стать богатыми. Но при одном условии. Тоже сразу скажу. Не буду вас интриговать и держать в напряжении. Условие такое. Наличие философской культуры. Наличие осознанности, наличие мышления. Вот тогда бедные могут стать богатыми. Я вам расскажу, как это я себе представляю, как это можно сделать, чтобы мы все стали богатыми. Но сначала давайте поговорим, почему мы бедные. И можно сказать о том, что мы жили при социализме, теперь мы живем при капитализме. Тогда мы были бедными, и сейчас мы бедные. И, видимо, обе этих модели, они несовершенные. И почему? Конечно же, богатые заинтересованы в том, чтобы были бедные. Политики, которые обслуживают богатый класс, тоже в этом заинтересованы. Ну, известно, что богатые люди финансируют партии. Благодаря этому финансированию партии имеет возможность вести агитацию свою. Потом они приходят в парламент, и что? Они эти деньги отрабатывают, да? Кто платит, тот и девушку танцует, это известно. Вот. Поэтому эта связка богатой прослойки и политиков, она очевидна. И она будет сохраняться. Какими бы себя партии не называли, социальными там, и так далее, и так далее, и так далее. Левыми, правыми. Вот, это первое. Второе, почему богатые богатые? Потому что они платят, потому что те, кто на них работают, бедные. Вот потому что они платят такую зарплату. Ведь по сути, если бы люди требовали зарплату для себя, такую же, как у владельца фирмы, да, они были бы тоже богатыми, но этого не происходит, и огромная прибыль, она остается в кармане владельца бизнеса. А наемные работники, они получают, вот, чтобы заплатить за квартиру, на еду, там что-то себе купить, ну и отложить на отпуск, все. Семьи у них уже требуют пособия, потому что ни одна семья, в принципе, ну мало кто, да, может себя прокормить без пособий. Это тоже говорит о том, что государство держит людей в ежовых рукавицах и с помощью пособий контролирует тоже. Я сейчас вот вспомнил Петра Павленского, художника, да. Ни одной работы его не видел, правда. В основном его перформансы. Вот последний был в Париже, когда он сжег двери банка. Банк де Франс, кажется, я не помню. Ну, какой-то главный банк, да. Но это был наивный очень шаг. И Петр,
Я думаю, что плохо себе представляет даже, что такое капитализм, и что не что банк это не самое, не самое в нем и это часть, только часть этой системы. И, кстати говоря, банк к нему претензий никаких не предъявил. Система его начала наказывать. Система. Суды и так далее. Поэтому капитализм это больше, чем банки просто, да, и банкиры. А капитализм это еще и, ну, помимо всего прочего, полицейская система, конечно, потому что, как мы знаем с вами, она, капитализм требует диктатуры тоже, чтобы вот эту систему поддерживать, и мы видим, как спускают всех собак на протестующих, как этого художника несчастного тоже, да, в тюрьме придержали, где оказалось еще и хуже условия, чем в российской тюрьме. Вот. А, ну, помимо прочего, есть еще такое, такая вещь, как научение. Это бихевиоризм. И вот научение это происходит где? В школе сначала. Именно в школе детей учат вот этой ценностям этой системы капиталистической. Вот, и что я хочу сказать. Главный враг социалистической системы была, да, да и сейчас остается тоже. Нужен враг обязательно, как же без него. Вот они такие плохие, а мы хорошие. Вот у них там концлагеря при социализме, а у нас их нет. Да, якобы. Что происходит? Вот посмотрите на поведение учителей, например. Что, с чем ассоциируется учитель у всех, у многих? С каким требованием? Правильно, повышение зарплаты. Все учителя во всем мире требуют, просят чего? Одного, повысьте нам зарплату. Но это же самая настоящая выученная беспомощность. Это же самое настоящее научение, потому что их научили просить зарплату. Вот они такие учителя, и они передают это все детям, вот это научение, это веру в деньги. Вот я общался с одной учительницей. О чем она постоянно говорила? Ну, о деньгах, про деньги. А вот вы вот эти придут, реформисты, вот я за них голосую, они нам повысят зарплату, они меня не забудут, я там мои ученики, там все прочее, да. Вот, повысят. Вот о чем речь. Все только о зарплате. Вот эти люди с этими проблемами в научении, с этим бихевиоризмом чистой воды, довольно-таки примитивные, они обучают новое поколение и передают те же самые ценности. Вместо того, чтобы сделать что? Предложить новую модель, не капиталистическую и не социалистическую, а срединную. Ну вот я считаю, что это модель кооператива. Но никто этого не делает, потому что они, по сути, тоже придаток этой системы и так далее, и так далее. Понимаете, вот это капитализм такой, вот он. Это, еще раз подчеркну, это не только банки, но это и средний бизнес, это и школьные учителя, и так далее. И так... Это и врачи, это и система страхования медицинского. Вот. Попробуйте без страховочки пожить. Куда вы денетесь, да? Дальше. И с одной стороны, конечно, богатым людям выгодно это, да, потому что они богатеют за счет использования дешевой рабочей силы.
А с другой стороны, вот то, с чем я столкнулся недавно, да, я это рассказал в ролике про кооператив. Я сейчас скажу, как мы будем с вами богатеть, и я буду делать на эту тему много роликов, чтобы убедить вас. Есть очень важный момент доверия, и я сейчас об этом скажу. Так вот, я увидел, что люди безразличны к себе, что бедные не хотят быть богатыми, что бедные хотят оставаться бедными. Вот в чем проблема, что люди хотят быть рабами. Они хотят страдать. Мы видим это по негативным ментальным программам, вот это по эмоциональной наркомании. Да, когда люди хотят эти испытывать негативные эмоции, хотят страдать, вот такой вот мазохизм есть даже, да. Я пойду, я буду это терпеть, все, потом я буду ныть и так далее, и так далее. Вот. Они не умеют радоваться жизни, центры удовольствия подавлены. Между прочим, это будет еще один ролик на тему того, как выйти из матрицы, из концлагеря, и я буду говорить про то, что надо стимулировать центры удовольствия. В этом я вижу выход. А как это сделать, я скажу тоже. И я буду говорить и о Адлере, и о Фрейде, об их подходах. И, конечно, Франкл. Еще раз упомянем его и как бы обобщим. И все в одной теме изложим. Ну вот, а пока скажем, что бедные сами виноваты в том, что они бедные. Я это не хочу сказать в качестве упрека. Это не упрек мой. Это просто констатация факта. Я никого не упрекаю. Но выход из этого есть. Вот это люди должны понять. Это осознанность. Как только вы начнете осознавать, что происходит, по каким причинам это все происходит, и как изменить ситуацию, я вам все изложу, я, ну, свое видение, да, как это можно сделать. Тогда мы построим другое общество совершенно. Потому что вот то, что зарабатывает, допустим, один человек, руководитель фирмы, или там, ну, акционеры, да, небольшая горстка, на которую все работают, могут же зарабатывать все и делить это поровну, ну или как, в зависимости от вклада, от суммы вклада, да. Вот оно что. И вот, допустим, теперь скажем, как выйти из бедности. Ну, во-первых, начать осознавать, что с нами происходит. Начнем с этого. Выработать систему ценностей. Ценности в данном случае это общение. Ценность – это человек и человеческое общение. Вот кто-то писал из французских писателей, я забыл, Жоблие, кто это же писал, про то, что роскошь человеческого общения. Так вот, мы этой роскоши не имеем и не ценим. Мы не умеем общаться. Ценность интеллектуального общения отсутствует. Просто отсутствует. А есть потребительское отношение, отношение как к средству. Оно у всех, это опять же результат научения. Спасибо учителям, но они сами прозомбированные и несчастные, больные люди. Часто, да, ну ладно, бог с ними. Давайте начнем осознавать, давайте начнем вытаскивать себя из болота, как барон Мюнхгаузен. Начнем себя вытаскивать. А вытащить значит что? Каким образом? Только осознавая, что происходит с нами. Какие наши программы ментальные, что нам мешает быть здоровыми, счастливыми, богатыми. И мешает именно это, и только это. Поэтому революции, все правильно, должны происходить в голове. И то, что, например, Петр Павленский, вот опять он, да,
поджег этот банк. Но смысла в этом не было никакого. Никакого. Он только сделал хуже себе. Революции должны происходить в головах. То есть, когда люди начнут осознавать свое место, свою роль, свои ментальные программы негативные и так далее. Вот тогда, и когда они поймут, что они сила, что пора объединяться, и что бедные могут стать богатыми, я сейчас скажу как, это очень просто. Тогда и будут изменения, тогда и будут перемены. Но сначала я хочу сказать, что осознание ценности человеческого общения. Вот для чего необходимо ценности интеллектуального общения. Вот для чего необходима философская культура. Вот для чего необходимо развитие интеллекта. Чтобы людям было интересно, чтобы люди ценили свое свободное время, свое общение с другим человеком. Понимаете, сейчас с этим временем это что произошло? Произошло великое воровство времени. У людей украдено время свободное. Никто этого не замечает. Никто практически, ну мало кто, да, ну конечно замечают, не один я такой умный, да. Замечают это. Но что произошло? Ведь по сути вся жизнь у человека расписана. И времени на то, чтобы думать, размышлять у него нет. И вот как пишет Паша, например, наш зритель, да, 10 минут, мы живем в таком бешеном темпе. И что ты там болтаешь, да, по полчаса в лучшем случае. Давай за 10 минут нам изложи все. Но это ничего не даст. Если у вас нет времени свободного, вы уже рабы экономической системы. Вы уже в экономическом рабстве. Все. Вот это поймите, это осознайте. И оно воруется с помощью системы образования. И заметьте, вот это воровство сопровождается всегда стрессом. Что бы ни происходило, будь то школа, будь то работа, будь то чтение газет или просмотр телевидения, вот там тоже этот стресс постоянно присутствует. Стресс нужен как фон, и на котором человек фрустрирован, агрессивен, безразличен. Вот для чего это делается. Безразличие. Активные, заинтересованные люди, их очень мало. И подлинных граждан. Кстати, основной безусловный доход, вот мы будем об этом говорить, я сейчас в промельк скажу, мне пришла мысль, раз про граждан безразличных заговорили, да, вот активная жизненная позиция, активная гражданская позиция. Это и есть подлинные граждане. Не тех, кого назвали гражданами. Кто-то там, ребята, выдали бумажку, этот паспорт, назвали гражданином. Нет! Не это граждане. Граждане – это люди, которые заинтересованы в своей стране. Президент, который не живет в своей стране, это не гражданин этой страны. И он не заинтересован в своей стране. Поэтому основной безусловный доход даст возможность людям проявить себя как гражданам. Я об этом скажу подробнее, но именно это и будет. А что значит проявить себя как граждане? Показать заинтересованность в своей стране и начать активничать, занять активную жизненную позицию, не позицию жертвы, а позицию хозяина своей страны. Здесь никто не хозяин, понимаете? В своей стране хозяева это вот там, наверху. Остальные все это подчиненные их. Вот как получается. А перераспределение ресурсов в пользу людей даст им возможность почувствовать себя хозяевами. Об этом будет отдельное видео. Поговорим. Так вот, это про граждан и не граждан. Не граждан очень много на самом деле.
Чтобы стать богатым, бедный человек должен начать мыслить и осознавать. И когда он поймет, что не боги обжигают горшки, что эти богатые люди – это в основном очень посредственные люди, примитивные, но они просто хищники, не умеют как бы доминировать, да? Вот это вот только их отличие. Но с ними не надо бороться. Их можно ненавидеть, да, но люди позволяют им так жить, раз, и люди согласны с их условиями, два. Вот. Никто ж не принуждает, по крупному счету. Люди согласны быть рабами. Так вот, перестать быть рабами и начать объединение. Бедные могут объединиться. Ну вот посмотрите, скинулись, построили дом и распределили квартиры себе. А дальше каждый сам решает, что делать с этой квартирой. Он может ее продать, а может в ней жить. Может ее продать, может ее сдать в аренду, да, все что угодно. Но уже вот этой вот спекуляции, допустим, в таких, в интересах одного крупного собственника уже не будет, который будет держать всех, по сути, в состоянии отсутствия крыши над головой. Вот они выгоды, когда прибыль делится на всех, когда мы вкладываем небольшую сумму и получаем за это то, что мы хотим. А не один человек, который инвестирует богатый в строительство дома, а потом его, значит, эти квартиры втридорога продает, да? Вот этим же бедным людям, которые вынуждены брать кредиты для того, чтобы заплатить этим богатым людям какие-то баснословные деньги. Что эти квартиры стоят столько, что ли? Нет, конечно, эти бетон и стекло, таких денег оно не стоит. Это все искусственно создается. Искусственно завышается цена. На самом деле это все не стоит столько. Почему? Нет инфраструктуры. Из-за этого, в том числе, да, такая цена. Плюс сговор, конечно, это строительство везде, это мафиозная сфера. А сговор с чиновниками, там, ну и так далее. Короче говоря, вот так. И тогда люди будут выигрывать. Тогда мы будем выигрывать. Что важно? Что важно в этом случае? Проблема доверия. Вот то, с чем мы столкнулись. Люди не доверяют друг другу. На низовом уровне действительно люди с очень низким моральным уровнем. И у нас вот эти люди, которые участвовали, действительно, кто-то уже хотел обмануть, кто-то там что-то пытался хитрить, ловчить. К сожалению, без философской культуры, психологической зрелости, нравственной зрелости мы не сдвинем дело с мертвой точки. Мы будем бедными. Поэтому, чтобы перестать быть бедными, сначала нужно измениться внутренне, личностно, интеллектуально вырасти. И доверие. Ну, как его можно получить, это доверие? Я сегодня вот размышлял об этом по дороге, там ходил в магазин. У инков, допустим, ну я этот пример привожу в своей книге одной, «Философские беседы». У инков доверие завоевывалось так. Вот пример приводится яркий. Отец, да, в городе засуха, ну в городе, ну вот в этой местности, да, где они живут, эти люди, засуха.
И отец семейства, у него дочь и двое сыновей, приносит в жертву свою дочь. Он кидает ее в скале, там какой-то пролом, да, и вот он ее туда кидает, бросает, она, конечно, погибает живьем. Придумывает ирригационную систему, систему водоснабжения. В результате вот эта местность процветает. Люди все ему благодарны, его делают своим руководителем. Ну там по-другому это называлось, я уже забыл как, но вот главой своего города, своего поселения. Его дети становятся жрецами, самыми уважаемыми людьми. Так закладываются основы аристократического класса, рода, вот это вот происхождение. Сейчас, ну, конечно, кто из богатых людей принесет в жертву своего ребенка? Но это и не нужно, да? Не нужно этого делать и как-то позаботиться. Сейчас я считаю, что, ну, это были такие древние времена, да, и нравы были такие, и люди вот, требовали жертв. Кстати, вот и это вызывало доверие, когда человек приносил в жертву своего ребенка, например, и делал что-то для города, решал проблему, благодаря своему интеллекту мощному, знаниям. При социализме, например, в жертву люди приносились, и люди доверяли якобы, да, вот из страха просто, потому что существовал огромный аппарат подавления, так же, как и при капитализме. Что, кто-то верит банкам? Вынуждены нести туда деньги, потому что такая система все же построена на этих банковских платежах, все держится. Это система, так это не люди выбрали, это система навязала это, да, все себя. И не потому что они доверяют, потому что вынуждены, опять же, принуждение, опять же, угроза, да. Вот. А я думаю, что сейчас доверие можно вызвать следующим образом. Верой в свои идеалы. Вот эти срединные идеалы. Не в социализм, не в капитализм, а в срединные идеалы. Я бы сказал, кооперативизм. Сотрудничество, солидарность, общее дело, да? Кооперативизм. В кооператив вера. Кооперативизм. Вот эта вера в это все и попытки организовать это, даже неудачные пусть, но они промежуточные, и они дают пищу для размышлений и информацию, и никто ничего не теряет, а только приобретает от этой правды, узнавая себя, да? Смотрите мой ролик на эту тему, предыдущий. Вот, то есть вера в этот идеал вызовет доверие, и я думаю, что люди поддержат эту идею, люди, которые созреют интеллектуально, и тогда мы сможем свернуть горы с вами, друзья мои. Тогда мы сможем объединить наши усилия, и мы разбогатеем. А главной ценностью нашей будет как раз ценность общения. Общение, познание, самопознание. Вот на этом мы построим процветание наше, процветающее общество, общество благоденствия. И у нас есть для этого все. Информация, наука, книги, люди, интеллектуалы и так далее. Вот вкратце на тему, почему мы бедные и как стать богатыми. Вот это мои размышления. Пожалуйста, комментируйте, делитесь. Ваше мнение очень интересно. Задавайте вопросы.
И будем обсуждать это все.